Всем привет, ребят. В общем, день сегодня нелегкий. Сами уже видите, да, наверное. Не знаю, как на других инструментах, но на нефти я сегодня заминусил. От плюс 200 до минус 740. На этом закончил. Потому что, ну, явно все уже не то. Вот. И смысла нет продолжать. Значит, с утра пропустил я вход, ну, рано он слишком был, там где-то в районе, наверное, 6-7 утра, вот, вот от, когда встал, рано сегодня проснулся, встал, вот здесь вот мы были, ну, я вот на 97 ставил лимит лонговый, ну, и не забрали меня. Ну, а здесь вот от этой вот штуки, посчитал, что это типа лыжничка такого, шортанул, ну куда-то вот сюда прям, хотел немножко взять. Вот, и как показывает практика, все вот эти надежды на немножко, они не оправдываются. Вот. Именно в этой связи дальше все пошло наперекосяк. Вот, кто внимательно следит за моими действиями, возможно, сделаю для себя такие выводы нужные, правильные, верные. Вот, так что здесь стопануло 6 тик. Вот, 6 тик стопануло. А дальше вот у нас есть зона 61.20, да, от нее ждал шорта. Вот, куда-то там на низы. И вот видите, мы как обычно туда не дошли, 3 тика сходили. А здесь вот классно меня забрали, 60.97, прямо тик в тик, да? Вот, очень классно забрали. И если бы не вот этот стоп первый, на 6 тик тремя лотами, ну то есть полным сайзом, да? То я бы вот так и оставил бы стоп. Видите, я его подтащил там на 10 тик, на минус 10 тик, да? Вот. И так бы я его и оставил. Это потом я уже начал минжеваться, что туда-сюда там. Плюс там что-то было у меня 120, что ли, оставалось, да, в итоге. Потому что двумя лотами я перекрыл, плюс 17 забрал. И решил, что вот эта проторговка, мы ее пробили наверх, и, ну, крайняк там, что-то типа защелки здесь какой-то нарисуем, вот такой кривой, потрогаем вот здесь вот сверху, и, в принципе, по идее, ниже проваливаться мы не должны, так я рассудил, вот, и пойдем куда-то вот, ждал я на туда вот, на 43. И вот, вот она, вот эта ошибка, которая, собственно, потянула за собой весь день. Вот сейчас дальше посмотрим, как там развивались события. Вот, видите, что у нас произошло? То есть я перевел в безубыток, и меня выбило тик в тик опять же. Тик в тик. Дальше все пошло туда, куда надо. Вот, куда надо. Там новости были какие-то, на которые нефть не реагировала. Вот. Ну, здесь вот тоже как бы вот шортанул от этой вот зоны 61.20. Но здесь все так лонгово смотрелось, да, и, в общем, вышел там плюс 3 просто. Потому что так прям меня это ломало все, кайфоломило. Картинка очень лонговая, да, очень лонговая. Вот. Ну и, собственно, дальше мы пошли. Здесь я вставал лимитом, то есть прямо я вставал лимитом, да, я не ждал ни лыжников, ничего, вставал лимитом, ну, короче, стреманулся вставать тремя лотами, встал одним лотом, а вот, тейк, видим, где был, ни черта не дали, дали стопа, начали проваливаться, я еще раз зашел, вот, еще раз зашел. Тейк поставил чуть-чуть подальше. Опять не дали. Не достали нам два тика. Вот.
Ну и дальше мы пробиваем, да. Вот здесь вот тоже ошибка моя. Ну, поторопился вот. То есть начали вроде как пробивать, но это еще уровень. То есть он прямо вот ровно уровень 61.39. Нужно было хотя бы подождать немного там. Ну, какой-то поднырь под уровень хотя бы небольшой, да. Вот, поторопился. Соответственно, и здесь еще стопануло меня. Вот, видим, да? Стопануло. И дальше здесь не видно за этими самыми... За рейнбовскими числовыми значениями. Но здесь не дошли, вот 61.58, вот эта зона красная. Не дошли один или два тика. Вот. И стали отжиматься сюда. Я решил, что вот здесь нарисую сейчас ложняк такой, да. И мы от этой зоны там провалимся на 61.20. Потому что теста 61.20 не было. То есть мы не дошли до него. Ну, то есть вот так вот я увидел, да, это дело. Вот, в итоге стопарь. Стояли долго-долго мы здесь стояли, но я был неумолим, потому что вот выйдешь, да, и сразу все двинется в твою сторону. А это были такие очень хорошие отметки. Там, во-первых, много что совпадало на 61.58. Там был трендовый дневки, во-первых, это раз. Во-вторых, там 70% откат был по отношению к вчерашнему движению шортовому, да. Вот, поэтому, ну, как бы оттуда я считал, что на 61.20 мы, как бы, ну, я не знаю, обязаны сходить, да, так я думал. Поэтому сидел я до упора, до последнего, до стопа. Тут уже, как бы, или дали бы, или стоп, и конец торгов на сегодняшний день. Очень долго и муторно там выносили мозг. В итоге стопанули. Вот, в итоге стопанули. Ну, а дальше вы уже там знаете, да, что произошло. То есть там цена улетела совершенным образом, я не знаю. То есть как-то вот так, да? Как-то вот так. Так, быстренько покажу стату сегодняшнюю. И на этом закончим, бо уже 8 минут, надо в 10 уместиться. Ну вот видим, да? 212 было, очень тяжело все шло, несуразно, там ошибка. Было желание здесь закончить у меня, было. Вот, поэтому одним лотиком, думаю, там возьму еще 15-ку и хорош, ну, ни черта. Ну, в общем, вот такой вот итог дня. Вот такой итог дня. Ну и, соответственно, понедельник у нас был выходной. А здесь вот у нас что получается по этим трем дням. Да, к этим трем дням можно пристыковать ту последнюю на прошлой неделе, которая у нас была. Ну, в следующий раз я сделаю так, чтобы хотя бы была понятна динамика в феврале. Потому что там все ясно по видео даже, да, можно проследить и понять, что так оно и есть, что я не выдумываю ничего и так далее. Ну, вот сегодня такой итог, ребят. Все, 10-я минута пошла. Я думаю, что нам уже надо будет попрощаться. Так что ставим лайки, ставим дизлайки, подписываемся на канал. Всем желаю удачи, до новых встреч, всем пока.